Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и это хоррор под названием «Не стучи два раза, иначе поебальничку получишь». Короче, я такой приделал вот сюда микрофончик на гарнитуру, чтобы он был все время на одном расстоянии. Пытаюсь все-таки наладить звук, как положено. Должно быть все нормально, если будет все ненормально, то подумаешь, в следующий раз будет все нормально. Короче, я куда-то хожу, что-то делаю. Что, как мне играть в эту хуйню? Ага, я могу переключаться, допустим. А как ходить? Я должен... Что? Ага, и... Я хер его знает, что происходит. Короче, я перезапустил ее, иначе она просто отказывается что-то нажимать. Так, новая игра, поехали. Может быть, так мне что-то расскажут? То... А, это я, походу, в прошлый раз что-то на не... Она сразу как-то непонятно началась. И теперь она запускается или чё? Ничего не понимаю. Короче, ладно. Запустись уже, хватит мне, блядь, загружаться тут полдня. По-моему, это пиздец какой-то. О, отлично, теперь что-то началось, я надеюсь, она записывается. Нажмите, чтобы забрать записку из почтового ящика. И теперь появилось передвижение, вот это нормальное, потому что в том передвижении я очень плохо ориентируюсь. Так, ну это мы читали с вами, окей, отпусти ее нахер. Нажмите, чтобы применить... Да неужели, я полдня стоял, стучал, ничего не происходило. Так, все, теперь должно быть страшно, очень сильно. Алло? Оставьте, говорит, меня в покое. Хлоя пишет. Че вы пристали? Какой еще там Before the Storm? Не перевели его еще. Телефон теперь находится в вашем кармане. Вы можете взять его в любое время. Подожди, телефон. Старт забыл нажать. Во! Так, могу взять в любое время. Где карман? Ага, хорошо. Так, отлично, журнальчик. Достижение книголюб 1. А можно как-то почитаю эту хуйню? Я просто ничего не вижу так. Да я понял, что достижение. Ну молодец, я читать-то буду, нет? Пойдемте куда-нибудь сходим. Так, ну что-то есть. Возьмите свечу, чтобы светить свой путь. А, давай возьму ее в левую руку. Хорошо. А как ее зажигать? Нет, в левую. А, зажгите свечу здесь, да? Ну-ка. Хе-хе-хе. Отлично. Да-да-да. Добрый день. Кто там стучит ко мне? Скримак? Бля. Ты кто, сука? Эй. Тихо. Поближе подойди. Кто там, сука? Бляха-муха, это хорош, какой хоррор, я не хочу у него играть. Давайте на этом закончим. Мне кажется, с нас хватит. Так, еще записки есть. Можно как-то поворачиваться здесь или только так можно было? А серьезно, как я, как мне? Это что? Это я, что там, что? Алло! Ой. А как мне поворачиваться? Можно как-то? Блин, я хочу, чтобы он поворачиваться мог. Или мне придется разворачиваться вот так. Окей, давай так сделаем, без проблем. Значит, смотри на мою спину, чё бы нет. Ну-ка, спокойненько. Так, а я... Ой. Я не могу оттуда дотянуться. Это чё? А, телефон мой. Поближе подойди. Так, хорошо. А давай, знаешь, как сделаем? Смотри, как могу делать. Вот так вот, смотри, как раз. Настройки игры... Передвижение, да, и, возможно, так у меня все получится. Смотри, назад, продолжить. Во! Вот так нормально. Так, хорошо, давай, допустим. Допустим. Просто он так гораздо удобнее. Кружка. Хе-хе.
Ой, это даже не разбивается, идти, твою мать. А поворачиваться не можешь, да, действительно? Так, ладно. Как, блядь, я не понимаю, как разворачиваться в этих играх? Это очень плохо. Ладно, буду стоять на месте. Хорошо! Давайте посмотрим так. Мне кажется, с передвижением будет гораздо удобнее. Хотя это гораздо дольше. И меня шатает. Давай я все-таки его выключу. Не могу. Меня шатает, когда я так хожу. Нет. Применить. Назад. Продолжить. Во! Вот так будет нормально. Вот так будет хорошо. Главное, чтобы скримаки не возникали, когда я в это время куда-то перехожу. Отлично. Здесь чего? Ой, бля. Это шпа... Чего? Аж повеяло чем-то, прикинь. Ну-ка, туда сходим. Да, вот знаешь, вот в эти моменты главное, чтобы не погружались скримаки, тогда все будет нормально. Блин, жалко, он не выкидывает. Ладно. Это что? Матрешка, бляха. Окей, а та дверь открывается? А, это не дверь вообще. Так. Ты что-то мне страшно, короче, слышь? Открываешься? Нет? Что это? Книжечки, вазочки, пепельницы. Так, ладненько, хорошо, без проблем. Мне главное не отходить от дивана, тогда все будет нормально. Пойдем. Чего? Блять. Зачем было отключать свет? Ненавижу тебя. Я ничего не отключал. Ты давай как-то не надо так делать, слышь, что? Я сейчас разожгу, сука, будете за все. Здорово. Во! Вот это уже получше. Бляха, ну ходить, конечно же, прикольнее бы было. Но так перемещаться... Так перемещаться тоже неплохо. Давай привыкнем, давай попробуем. Потому что передвигать... Бляха, ухо неприятно. А! Эй! О, бляха, управление здесь, конечно, немножко кривоватое, но ладно. Так, хорошо, подожди, ухо мне режет, прям не могу, это резинка. Так, все, окей, поехали. Во, вот это другое дело. Потихо будем перемещаться и все. Спокойно будем ходить. Ходить мы везде будем. Ха-ха-ха, такие маленькие куртки, ну-ка. Во, дай-ка сюда. Опачки. Так. Я ни хера не вижу. И судя по... А можно как-то чертовски умен? Спасибо. А можно как-то прочитать это покрупнее где-нибудь? Да убери это место достижения свои сраные. Чертовски умен я. Спасибо, спасибо. Так, блях, вот эти резинки, они мне прям жмут так на уши, я прям не могу. Спокойно. Окей, окей. Да, ебаные наушники. Сука, не могу. Все, окей, пойдем туда. Пойдем потихонечку. Это же все-таки... А, это улица? Улицу мне не откроют. Если от меня улицу не откроют, то мне откроют улицу. В стену меня не уводи, пожалуйста. Здесь реально нужно, блин, просто нажимать, прикинь. Почему нельзя сделать, чтобы не сенсорным было, а я нажимал на нее? Потому что я притрагиваюсь просто тупо к этой... Вот, где ты? Тут, к этой херне притрагиваюсь, она сама ходит. Ладно, без проблем, давай. Хорошо. Будешь смотреть на мою спину. Ну а что, это полное погружение, я поворачиваю. Главное, диван не терять. Вот диван, отлично. Здорово. Окей. Блин, жалко, что нельзя реально разворачиваться. Нельзя разворачиваться как положено. Я бы хотел. Я, короче, играю за этого, знаешь, за кого? За дворецкого. За швейцара какого-то. Я хожу и разжигаю свет. Ну а почему бы и нет? Бляха, я бы обосрался, если честно. Спокойно. Тихо. Тихо. Ой, ты куда уходишь? Вот серьезно, неудобно, вот из-за того, что сенсорная эта херня срабатывает. Закрыто, окей. Значит, нужно еле-еле к ней приближаться, к ней как-то притрагиваться. Как-то я уже заблудился, плавить, блядь. Не, я так не могу, хорош, давай это, все-таки в жопу все это дело. Не могу я так. Так, окей, да, ети твою мать! Тупое управление, сука. Применить, назад, продолжить. Во. Так, немножко, конечно, неправдоподобнее, но, с другой стороны, гораздо удобнее. Бляха. Закрыто. Ну, хорошо, ладно. Ты кто такая, мадам? Тут что-то страшно прям, не могу.
История позади артиста. Чертовски умен для достижения. Хорошо. Ну-ка, кто тут ходит нахер? Ну-ка, уйди, свали отсюда от моего дома! Э! Ну-ка, свалил, сказал! Тихо, страшно мне. Кто ходит, я спрашиваю? Ну-ка, бляха! Сделай-ка мне бутылку нормальную! Где свечки-то? Бляха не поджигает. А, ты кто-то стучится ко мне! Я тебя постучу сейчас! Ну-ка, ушел нахуй, сейчас милицию вызову! Ушел, говорят, оттуда, не стучи мне! Твою ж мать, а что свечки-то кончились? Эй, я куда-то ушел, спокойно, где я? Где у меня вообще чего, подожди. А, вот все нормально, встал туда, куда нужно. Спокойно. О! Ой, испугал, конечно, меня падающими записками. Пошел ты в жопу. Книголюб, да я что тебе, блядь, на каждую книжку теперь достижения буду получать? Я не понимаю, что это за херня. Чертовски умен. Ты открываешься? Ой, колеса. А что лампы-то не... Да уйди отсюда. Что лампы-то не работают? Бляха, тут страшно. Кто стучался-то? Че, обосрался? Я тебе сказал милицию вызову, только попробуй, что постучи ко мне. Собака такая. Есть свечки-то еще, нет? Эй! О, да ладно, серьезно. Спокойно. Все, я задом отхожу, понял как? Закрыто, а тут что? Тоже закрыто. Ясно, путь один, допустим. Охереть! Графоний! Чего такое? Кто откуда стучит? Что такое ветер-то сильный? Кто откуда стучится-то, я не пойму. А ничего, что у меня свечка не тухнет. Кто куда стучится? Я сейчас, падла, тебя найду. Я тебе серьезно говорю, я тебя сломаю сейчас пополам прям. Не надо, ну серьезно, ребята, так нельзя делать. Вот я против, знаешь чего? Того, что я подхожу вот так, на экран прогружается, а там скримак будет. Вот я обосрусь, блядь. Так, олень, давай не дури, спокойно. Да иди твою в корень, зайди сюда, вот, ну. Что это? Хлопья? Для пениса замеш... А, два пенса за мешок. Что это такое? Сейчас что-то посадил? Я посадил дерево, по ходу дела. А, это птичий корм. Птички! Гули-гули-гули-гули-гули! Ой! Гули-гули-гули-гули-гули! О! Гули-гули-гули-гули-гули! Гули! Где? Давай, прилетаю, сейчас на шашлык от всех пущу. Гольки, ты кто такой, олень? Бляха, тут так тихо. Ой, по баскетбольной... А есть что-то? Ну-ка, подожди-ка. Со мной пойдешь? Так, окей, пойдем вот туда. Опа. Ой, гуля. Шашлык мой прилетел. Здорово, ворона. Эй. Эй, ты чё? Ты чё? Да ты же жива ещё! Взлети! Ну ты живая, наешь! Ешь! Ешь! Гуля! Гуля! Эй, ты живая? Ой! Ой! Филе! Я в твоей хуя, я угадал, смотри! В натуре шашлык! Извини. Извини, Гулька. Я не специально. Ну, бляха, хоть как-то надо отвлечься от этой страшной игры. Так, а чё так мало фонарей-то здесь? Ну-ка.
Тут закрыто? Закрыто. Зато есть фонарь, хорошо. Ага, еще фонарь. Еще лучше. Вот это я понимаю. Это что? Это что, проход? Что это? Это что, это может оживлялка для птички? Ну-ка иди сюда. Эй, птичка, подожди. Иди сюда. Да хватит мне стучать-то там, тутук-тутук. Там со мной. Я сейчас тебя оживлю, я некромант. Не бегай. Смотри. Стой. Стой. Блядь, да стой ты. Лети. Ладно, хер с ним, спокойно. Опа. Опа. Кто ко мне постоянно стучит? Чё вы меня стучите, слышь? Я чё вам тут? Бляха, игра страшная, ходишь, свечки зажигаешь. Не понял. Блин, может, птичке ключ где-то был? Спокойно. Наверное, птичке где-то был ключ. Ты хочешь снова меня бросить, эгоистичная сучка? Ты же не серьезно сейчас, да? Ты же не придешь? Бляха. Не ходи ко мне. У меня свечка есть, я тебе глаз выжгу. А куда идти-то? Сюда? О-о-о! Тут какая-то баба неадекватная, я не хочу с ней связываться, слышь, чего? Не дури! А, я тут был! Да, меня здесь не пустили! Что это?! Это мы уже читали! Бляха, вот эти перемещения вообще... Блядь! Что это? Что за кровь-то? Алло? Или это земля? Может, я разбросал? Эй! Встань нормально. Отлично. Вы чё, я столько ходил, столько поджигал, чтоб вы, падлы, меня взяли и всё погасили, что ли? Чё за херня? Ебать, они страшные, смотри! Чё с вами стало-то? Твою же ж мать! Вы чё? Ёбаный в рот, вы чего? Бляха. Тихо там. Тихо. Всё, я ходить научился чётко. Отлично. Вообще ходить научился красиво прям. И поджигать всё научился.
Чё ты теперь скажешь, тварь? Я сейчас все здесь разожгу, поняла? Я и камин тебе сейчас подожгу, и тебя сожгу. Там чё? Нет, там лампочки. Чё-то прям не могу, страшно. Спокойненько. Тихо. Ладно, все, сверлись. А чё вы все в крови-то? С тобой-то чё, мать? А чё музыка пропала? Есть кто? Есть кто, я спрашиваю, или нет? Я сейчас приду. Сейчас приду, сука, подожди. Я уже здесь. Я вот он уже, смотри. Вот он я. А ты хуль такая свежая? Все главы тут постояли, а ты чё сидишь? Кого ждёшь-то? Опоздаешь, смотри. Тихо. Ебаная стена. Ой. Тихо. Сюда нельзя нажимать, там эти полки. Тихо. Ой, тут второй этаж есть. Ёб твою мать. Где свечки? Сразу свечки ищем. Все свечки сразу ищем. А здесь свечки толку прям вообще беда. Очень много. Опа, ну-ка. Если что, обороняться... Обороняться буду, если что. Только чем? Ну-ка сюда иди. Блёха. Хе-хе-хе. Спокойно. Тут что? А чё ты за матрёшки-то кругом? Ну-ка переместись сюда. Да переместись, говорю. Чё это? Суровая такая, обосраться. Иди нахуй, не пугай меня. Будешь там сидеть. Наказано, блин. Спокойно. Ой. Another child, северный ребенок. Да дай про возьму-то. А, другой ребенок пропал. Да убери ты от меня эти достижения. Блин. Я всю серию к тебе спиной буду стоять, да? Ну и чё? А сколько времени прошло? Скоро кончится все, скоро все кончится. Сейчас все кончится, это я себе говорю. Я не буду в эти игры играть долго. Я тебе серьезно говорю, я 20 минут, все, 20-25 минут мне хватит. Я не железный, чтобы в эту хуйню играть по столько времени. Это ладно, обычный хоррор, они не страшные, похеру на них уже стало совершенно. А это не обычный. Опа, ключ нужен. Это не обычный хоррор, это хоррор в VR, между прочим. И наушники, ой, как неудобно сидят. О! Знаешь, что неудобно сидит? Они, короче, мне эту резинку давят в уши. Из-за этого очень больно. Другие наушники. Блин, а к другим наушникам... Бабочка. А к другим наушникам нормально не примотаешь микрофон. Он должен сегодня прям хорошо работать. Я прям его примотал очень прям качественно. Чё? Чё звенел-то? А где бабочка? А, вот она, а, вот она. Да, иди сюда! Иди, подожги мне фонарь. Я сюда говорю, сожгу сейчас, сука, как ворону. Эй, сюда. А ты падаль. Че, ты закрыто? Накрыто, конечно, закрыто. Че звонил-то? Опа. Вот ты, сука. Ладно, хер с тобой. Спокойно. Сейчас развернусь. Так, тихо, сейчас не в ту сторону разворачивайся. Я в проводах запутаюсь. Ты куда ушла-то? Так, ну ты куда пошла-то? Да не надо мне звонить. Она пошла вверх? Точно, смотри. Бля, по стенам пошла? Нет. Ой. Охереть. Спокойно. Где свечки-то все? Ага. Тихо. Что ты скажешь на эту, тварь? Я сейчас все везде зажгу. Сейчас все везде разожгу, будет светло.
и тебя зажгу. Метадон. 10 миллиграмм. Нету. Лежи пока тут. Лежите вместе. Окей. Метадон, прикинь. Наркота, наверное, какая-нибудь. А ящики-то дроются, не? Не. Спокойно. Опа. Тихо. Аккуратненько. Главное не паниковать. Где следы-то? Эй. Закрыто, блядь. А чё я в зеркале не отражаюсь? Я чё, призрак? Вампир? Мудак? Кто я? Чё я в зеркале не отражаюсь? Эй! Есть кто? Алло, у меня проблемы, я в зеркале не отображаюсь. Это не зеркало. Зеркало. А чё я не отображаюсь-то там? Фу, блядь, это... Это в игре, сука. Пылинки сдуваю. Ну а чё бы нет-то? Чё там падаем-то? О, свечка. Чего? Не надо! Чё случилось? Тихо, тихо, тихо. Да переместись ты! Пропавший ребёнок. 9 лет, старый парень. Рост 4 метра. Цвет волос коричневый. Окей. Ой, блядь, как страшно. Резко повернулся, понял? Я запутался, Кто? Что? Где этот провод? Убери его! Чё я в зеркало-то не отображаюсь? Ну! Мужик! Мужик! Чё время так медленно идёт? Бля, это таймер, спокойно. Выключить, все. Есть сохранение? Как ёбну сейчас в лоб-то? Есть сохранение-то или нет? Блядь, как же страшно, я вспотел весь, я весь сырой. Ты заметил, я не двигаюсь почти, но я весь сырой. Мне страшно. Какого хера написана игра на русском, блядь, все записки мелкими буквами на английском? Да убери ты это сраное достижение от меня! Убери! Закрой. Да тут все на английском! Уйди! Все надо говорить, да убери ты эти дости, убери их от меня. Я не знаю, их видно будет на записи, не видно. Но они у меня просто перед глазами прям всплывают и все. О! Блять, это же то самое окно! А что там за клетка-то? Там не было никакой клетки! Или это не то окно? Мать, у тебя что-то с окнами хуевое, у тебя искажение, изображение очень большое. Там нет никакой клетки, там нормально все, выходи, не бойся. Она, наверное, с ума сошла, конечно, у нее из окна такая хуйня показывается. Тут, бляха, смотри, даже текстура за текстурой не вылазит. Вот это да. Вот это обосраться. Фотка. Тут пока полежи. А это что? Ключ? В смысле ключ? Это написали ключ-кола. Ну окей. Это открывается, да? Ну давай откроем и закончим на этом. Я не могу в нее долго, мне страшно. Матрешка опять! Не надо, не надо, не надо, пожалуйста, не надо, не надо, уйди!
происходит? Где кто-то есть? Мать Россия! Нет, матрешкам. Так это их разбивать, что ли, надо было? Матери-убийца. Нихуя ж себе. Фу, бляха, все, хорош, не могу. Не могу, нахуй, страшно. Давайте на этом закончим. Ссылка будет в описании под видео, наверное, будет. Я не знаю, мне страшно, я не хочу в нее играть. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи. Может быть, если я осилю, если я осмелюсь, то в следующей серии. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.